Добрый день! Издательство Iris Press представляет пособие из серии «Логика и моторика. Игры со шнурком». Наши игры предназначены детям от 5 лет. Что представляет из себя этот блокнот? Это 18 картонных карточек с заданиями, скрепленных между собой пружиной, и игровой элемент шнурок. Выполняя задания в блокноте, ребенок учится читать слова и слоги, считать, различать и сравнивать цвета и формы, анализировать, ассоциативно мыслить, искать закономерности. Все это является необходимой базой для обучения в школе. А работая со шнурком, одновременно ребенок развивает мелкую моторику рук, а также сам шнурок позволяет заинтересовать ребенка и в увлекательной форме привлечь его к выполнению заданий. Наше пособие ориентировано на самостоятельную игру ребенка, но перед началом работы необходимо объяснить ребенку, как играть. Выполнять задание всегда необходимо с левого верхнего угла. Мы будем подбирать пары и показывать их шнурком. Закрепляем шнурок в левой верхней выемке и ищем к первой картинке картинку из нижнего ряда. Закрепляем шнурок. Следующее задание выполняем строго по порядку. Теперь ищем картинку в нижнем ряду, вот к этой. Закрепляем шнурок. Следующее задание. Опять закрепляем шнурок. И последняя пара картинок. После того, как все картинки соединены, шнурок закрепляем вот в этой ячейке. Когда ребенок работает самостоятельно, он сможет выполнить самопроверку. Что нужно для этого сделать? Для этого мы переворачиваем блокнот и смотрим, совпал ли шнурок с нарисованными дорожками. Если совпал, значит задание выполнено верно. Далее ребенок может самостоятельно играть с блокнотом, но желательно выполнять задания по порядку, так как в блокноте они расположены от простых к сложным. Сейчас в издательстве выпускается 9 видов блокнотов со шнурками. Это учимся рассматривать и запоминать картинки, учимся различать цвета и формы, запоминаем цифры, учимся считать, учимся читать слоги и слова, учимся находить противоположности и совпадения, учимся размышлять, находить закономерности, учимся рассматривать и сравнивать предметы, учимся представлять и ассоциативно мыслить, учимся внимательно смотреть и образно мыслить. Необычные, нестандартные задания в сочетании с интересным игровым элементом шнурком обязательно увлекут ребенка и позволят ему в игровой форме освоить знания, нужные для дальнейшего обучения в школе.